Друзья, всем большой привет! Мы сегодня приехали в безлимитный ресторан Бибикю Пхукет. У него какое-то тайское название. Вообще, для чего я это все снимаю? На днях я посмотрела выпуск «Орел и Решка» Самуй. Как у них там называется, не Самуи, а Самуй, кстати. Вот это тоже меня удивило. Знаете, что я увидела? Что они пошли в какой-то безлимитный буфет за 500 бар. А здесь буквально, я не знаю, там в пару километров есть безлимитный ресторан за 189 бар. Давайте посмотрим, что здесь есть, как здесь можно вкусно налопаться от души. Заходим. Вот у нас столики. И сразу же мы двигаемся к еде. Ура! Ну что, поехали? Фрукты, пожалуйста. Можно сделать самим салат. Кукуруза, я давно хотела кукурузу, надо полопать. Так, спрингроллы. Салатики, салатики, салатики. Похоже на то ли утку, то ли баранину, я что-то понять не могу. Так, дальше. Миди, раф, острые соусы. Салаты, салаты. Всевозможные виды салатов. Всякие вкусняшки будем сейчас пробовать и узнавать, что это тут такое в кляре, да? Да. Что тебе нравится? Картошечка. Ну, начинай с картошечки. Давай. Вкусно. А это вкусно? Попробуй, скажешь мне. Вкусно. Да, и что это? Что внутри? Рыба? Креветка? Мясо? Это посыпочка. Понятно. Только посыпочка. Понятно. Это кляр, Эрик. А это тоже кляр, только другой. Давай-ка вилкой, наверное. Вилкой лучше. Давай? Да. Надо ручки вытереть. Здесь есть салфеточки. Держи. Вытирай ручки. Не знаю. Сейчас 18:16. Ну, а фотки в Инстаграм как раз выкладываем. Здравствуй, здравствуй, кошак. Голодная, наверное. Так, Олежка принес первую еду. Так, мясо, креветочки. Да, сейчас будем готовить уже. Водичка здесь продается отдельно. Будем. Ой, как много воды. Чипчиков есть вроде? Для вот. Да, для льда только. Лед так балует. Да.
вкуснятина-то какая сейчас будет. Я крабов не увидела. Да, это я и креветок не разглядел. Да какой там такой чан огромный. И мороженое так и не нашла? Да, я могу. Да, отлично. Значит, мороженое здесь тоже есть. Не добралась я до него. Подогреем немножко Эрику еду. Так. Так. Давай-ка щипчиками удобнее будет. Чуть-чуть, да, чтобы было тепленькое? Прям по одной штучке. Две, да? Да, две тепленькие. А пока вот эту вкуснятину лопай. Держи вилочку. А я буду ее. Кусай. Кусай. Отлично. Осторожно, в соусы не ныряй. Итак, для тех, кто не знает, вот здесь мы жарим, вот здесь мы варим. Спасибо. Олег принес спрингроллы. Овощи. Я еще все включу, хорошо. Ой, да, это что такое? Вот эти пельмени я ела, я их покупала в 7-Eleven. Там буквально 4 штуки 50 бат стоит. 4. Типа в виде супа. Угу, крабовое мясо прям. Угу. И не нужны никакие крабы. Не, не нужны. Так, достаточно. Я вот еще вот это уже хочу. Холодное, правда, я не знаю, вкусно или нет. Спайси. А, это спайси. Справимся. Очень вкусные пельмени. Надо их пожарить. Пожарить, подогреть чуть-чуть. Все равно. Да. Очень остро, очень-очень прям, аж в жарке было. Я поэтому взял прям пока. Все, пробуй треугольничек этот очень вкусный, пока он там не зажарился. Вот, я тебе подогреваю его. Спрингроллы оказались не только с овощами, но и со стеклянной лапшой. А вообще, когда кушаешь, кажется, что там даже есть мясо, если честно. Вкусно. Что это за мясо? Ну, очень похоже на мясо краба. Не, это понятно, это мясо краба, а рядышком у тебя? Бекон, свинина. А, вот так вот Олег жарит, и очень вкусно. Пельмешки вот эти лучше всего подогревать в бульоне, прям тут. Мне нравится? А мне очень нравится. Мне кажется, что это вот эти вот мясные шарики, просто они в тесто как будто упакованы. Они мясные, это рыбные. Вы рыбные. Это морепродукты. Вот в зеленом стаканчике. Что там? А, да, водичка, водичка, вот, держи. Я вам сейчас расскажу очередной факт о себе. Я вообще никогда не запиваю еду. То есть во время еды я не пью ничего, ни воду, ни алкоголь, если вдруг там выпиваю. Никогда ничего не пью.
только после того, как покушала. Просто я однажды вот прочитала, не знаю, уже очень много лет назад, что нельзя запивать еду, и это как бы плохо. Вот настолько себя приучила, что не запиваю. Кукурузу принес, спасибо большое. Это моя тарелка счастья. Ого, что это за Angry Birds, кстати? Я не знаю, что это, но я дам попробую. Так, сосиски. Что-то рыбное. Понимаю. Отлично, вот Эрик удивится. И вкусно, кстати. Перепелиные яйца. Отлично. Смотри, Эрик, мультики. Их можно кушать. Съешь меня, пожалуйста. Съешь меня. Очень хочу, чтобы ты слопал. Можно. Вкуснятинка. Это волосы. Это мои волосы. Да, дай щеку. Отлично. А глазки? У тебя глазки? Глазки есть еще. А? Да, давай волосы. Так. Последние волосы. Последние волосы. Все, нет волос, лысый. Ну что, за человека, за персона, 189 бат внутри. Да. Еще здесь рядом аэропорт, поэтому видно, как самолеты взлетают. Да, не скучно. Да, и бат он вообще не смотрит. 30 бат стоит бутылка воды, колы в стекле маленькая, и 60 бат стоит сколько там, литр, полтора? Литр 25, мне кажется. Литр ровно. И литр колы стоит 60 бат. Мы все съели. У нас осталось только чуть-чуть. Нас осталось чуть-чуть кукурузки и Angry Birds. Еще вот совсем чуть-чуть арбузика. И мы хотим мороженое. Мороженое. Я девочка, а ты? Точно. Мы детки? Да, мы детки. За конфетку? Да. Да. Подошел к нам какой-то танец, точнее к Эрику, и дал ему вкусную-вкусную конфетку. Эрик опять в ручки так сложил, он научился. Типа, а? Кап. О, вот так, да. Вот так. Покажи еще раз. Вот так скажи, я говорю всем спасибо. И говорить ничего не надо. А то скажи, я не люблю говорить ни по-английски, ни по-тайски, да? Я не люблю. По-английски он говорит только одно. Are you sleep? Are you sleep? Я могу поймать. Да, только это поешь по-английски, да? Прям протестую, скажи. Тара-та-та-там, та-ла-лам, та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Мороженое. Вот оно. Все, кушать мы закончили, у нас все забирают. Давайте посмотрим, что там внутри. Все, спасибо. У Эрика белое мороженое, у меня шоколадное, я так думала. Я думала, что это шоколадное мороженое, но это оказалось кофейное мороженое, представляете? Нет, это вода. Там кофе внутри, прям вкус кофе. Хотя можно подумать, что оно шоколадное. Так вкусно кофе. Это вкус кофе, тебе нравится? Еще
это какие-то мармеладки. Олег еще взял зеленый один шарик, вон там один белый шарик. А там зеленый. И фрукты. Да, зеленый тоже попробуем. Могу это банан. Ага. Но это манго. Это не банан. А вот это я не знаю что. А вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях, если знаете, что это за зеленые. Я тоже не знаю, что за фрукт. Олег, куку, ты где? Олег себе в тарелку положил, оказывается, 3 шарика. Как тебе мармеладки? Вкусно. Вкусно? А мне вот прям очень-очень сладко. Закусывая водинкой. Русский подход. Калорий ложка и бабушка. А вот у меня тоже вот так. Конечно, новую надо. Вон мне, вон. Давай мне новую. Ну как? Зеленое, очень вкусное мороженое, очень. На ревень похоже. Похоже, похоже. Из этого компот будет шикарный. Короче, Олега не впечатляют эти фрукты. Это соленый виноград. Там выбор все. Надо срочно заесть чем-нибудь. Соленая слива, соленая манго, соленый виноград. Это кошмар. Я думал, что я в жизни ел самое говно, это соленый арбуз в армии. Но я понял, что я многое упустил. А это арбуз надо, да? Эрик, это драгонфрут. По-моему, это папайя, не? Дыня. Я попробую. Дыня, дыня, дыня. А вон у меня. Ну, отдаленный вкус дыни, конечно, есть. Вкус мороженого, конечно, отдаленный. Ты когда пожуешь, тогда поймешь. Угу. Все, пойму я за дыня. О, давай дыня, дыня. Да ешь два. Давай дыня. Давай. Да? Нет, хорошо. Я выиграю, у меня маленькая. А ты не выиграл. А я еще одну буду. Ну что? Я зеленая еще буду. А я не буду опять, а мне... А мне будет мама. Да? А ты зеленое мороженое будешь? Отлично. Ну вот чек. Много денег, да? Много денег. Похоже, много, но на самом деле не очень много. За такой ужин, что я сейчас просто поползу домой, покачусь, как колобок. Да. Да. Сейчас еще нам папа по мороженому принесет, по зеленому. Закончилось розовое, закончилось коричневое. Нам по зеленому. Да, и зеленое закончилось тоже. Потом посмотрю, говорю, это финиш. Только не это, они такие, не сразу сделали, а эти все брали стоять. Не жили, не ждали, а просто брали круговые. А, что это за 4 наименования по единичке? Ну, пиво, вода и пепси. А четвертое что? Лед. А, понятно. А то. Так сколько пива стоит, подожди? 60?
Похоже на 60. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.